Я вот такой же вопрос задам, какой Михалков задавал Никите. Почему вот вы выбираете для себя часто роли вот действительно таких подонговатых людей, зная, что в массе своей зритель часто отождествляет исполнителя с образом? Вот что может сподвигнуть? У вас же была свобода выбора, вы могли себе достаточно героическую какую-нибудь прописать персонажа, там, ну или такого, скажем, амбивалентного, как там в «Слове». Ну да, да. А здесь вы говорите, вы играете прям мерзавца какого-то. Ну, такой задачи, как в «Слове», не было. Все-таки за «Соловей» такой самодостаточный проект своей эстетики. Это же кино более традиционно, это русское кино. Да. Вот со всем драматургическим базисом, да, вот, и вопрос, да, вот почему? Вам нравится играть вот таких вот... Я не думаю, что есть законы. Я думаю, даже если Михалков ответил, что ему нравится или что-то конкретное, сказал он частью лукавил, потому что напрямую ответить нельзя. Иной раз вот в данной ситуации просто ну не отдашь никому. Я звал Михалкова на эту роль, честно говоря. Да? Да. Вот я звал, он пошел тоже не пошел от того, что занят. А он бы пошел, ему сценарий понравился, потому что у нас хорошие отношения с ним. Он милый человек, там много историй нас связывает. Ну вот, компания хорошая, здесь, ну, гарантия, что не опозоришься точно. В других проектах-то негодяи либо предлагают, но сам себе не знаю. Вот нет никакого закона. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». Скажи, ты боишься смерти? Я не боюсь смерти. Я боюсь быть недостойным служить моему Господу. Здесь Бога давно уже нет. Кто платит, тот и Бог. Хочешь, чтобы я изменился? Ты уж ко мне лезешь, в свое ты не пускаешь. Если я спрошу тебя, зачем ты здесь, ты мне не ответишь прямо? Нет. Не отвечу. Пусть все сгорит. А мне уже все равно. Я не хочу меняться. Может, я сдохну быстрее хочу. Но у всех есть испытания, я свое не прошел. Пусть все решили за меня. Четко, ясно, непонятно, икебан, короче.